В Химках обсудили предстоящие изменения в налогообложении на имущество физических лиц. Федеральный закон был подписан президентом России в начале октября этого года. Изменения вступят в силу 1 января 2015-го. Налог будет начисляться, исходя не из инвентаризационной стоимости жилья, а из кадастровой. Средняя инвентаризационная стоимость по Московской области для текущего налогообложения составляет порядка 4-5 тысяч рублей за 1 квадратный метр, что не отражает ни стоимости строительства, ни реальных рыночных цен. Таким образом, платить придется больше, так как кадастровая стоимость жилья близка к рыночной. Федеральная ставка составляет 0,1%. У муниципалитетов есть возможность ее обнулить, уменьшить или оставить в этом размере. Законом предусмотрены и льготные категории. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны. Однако льготы распространяются только на один объект по каждому виду недвижимости. За остальные придется платить в соответствии с законом. То есть, если вы льготник и у вас в собственности две квартиры, налог начисляться будет только за одну. Сегодня имущественный налог является одним из основных источников формирования городского бюджета. Мы понимаем, что города должны жить, а доходная часть должна формироваться. От того, как будет формироваться доходная часть, мы осознаем, как будет жить город. Мы должны понимать, что это, во-первых, идет не куда-то, а в бюджет города и будет потрачено на тех же людей. То есть все, что в городе налоги тратится, это все для людей. По новым правилам оплата будет осуществляться с 2016 года.